Вот, уважаемые, идет перебазировка экскаватора. Вчера я его заснял на широком. Вот он всю ночь шел широкого. Сейчас едет на карьер. 15 кубов ковш данного экскаватора. 4 ковша этого экскаватора заполняет вагон. Был казан готов, надо хороший огонь. Мы сегодня празднуем День металлурга. Вот они, дровишечки. Дядя Сережа принес мельника. Замазнул дикий огонь. Оп. Дрова сделали. Закидываем нашу топку. Сережа, не снимаем топочку нашу. Вот она, дрова. А? Сейчас мы накидаем туда дров. Вот, снимай прямо здесь, как все это выглядит. О! Здесь у нас уже приготовлено казан масла. Это вот лук нарезанный, морковочка. Здесь морковочка, мясо. Все будет по нашему фирменному рецепту, ерюдинскому. Жаль, что нет теперь вагончиков, и наша территория вроде как и не закрыта. Бля, первый ингредиент – это лук. До золотистой корочки. Лука в плове мало, много не бывает. Наша лутаница, мы его будем примешивать. Параллельно, как я уже говорил, морковь у нас несколько типов. Сейчас мы вот здесь вот мясо, где у нас нут, рис. Мы сейчас почистим морковь. Берем. Оп. У меня здесь специи, атрибуты всего плова. Здесь у нас есть и барбарис, и тушеный. И сейчас наш тузлук будет в течение 30 минут томиться. Вот. Сейчас время 6 часов, без 5-6. Вот я думаю, что полностью плова у нас уже будет как бы. Итак, друзья, остался последний ингредиент в нашем великолепном плове на День металлурга. Вот тузлук уже готов. Сейчас буду добавлять рис, чесночок и закрываем, чтобы он томился. Вот вы видите процесс добавления риса. Пользуюсь золотистым рисом. Здесь у меня еще рис таджикский. Тонковатый. Так. Вот это вот казан рассчитан на 1 килограмм риса. То есть он для меня универсальный в этом плане. То есть позволяет мне сразу планировать. 9 человек можно накормить с помощью этого казана.
Плот, день Метарунга, проб, Адринатыча, истинного татарина, мусульманина, который очень любит делать приятные вещи для своих друзей. Вот так вот. Нут. Так, мясо отгребай в сторонку. Правый угол, я здесь справа стою. Не засоряй эфир. А вам слабо? От души отмечаем День Металлурга. На лидере золотодобывающей компании «Полюс». А, сочный какой, а? Хорошо какой, а? Последние висенки. Все на стол. Так. Все народу, да? Так, все. Это у нас наш плодик. Мы приготовили сервировку. Это у нас помидорчики. Они сейчас болгарский. О. Украсим наш. Вот такой дружной компанией мы сегодня едим плов. Всех с праздником!